240-220. Свежее, качественное и совсем недорогое. У рынка Туя выложили свой товар более 100 продавцов из районов республики. Зрикто Гамбоев привез из Закаменска 50 голов. Лишь за пару часов он распродал львиную долю своего товара. Это альпийское чистое, экологическое чистое, как сейчас уже модно говорить, такое мясо. Ну, что рассказывать о закаменском мясе? Все знают, весь рынок продает закаменское мясо. Покупатели, в свою очередь, устраивают как ассортимент. На ярмарке можно приобрести конину, говядину, баранину и свинину из районов республики, так и стоимость свежего мяса. Для продавцов это возможность реализовать свой товар без посредников. Это наработанное мероприятие. И как бы это наиболее удобное мероприятие такое, когда сам фермер может сам лично приехать и реализовать свою продукцию. До конца зимы и по выходным дням ярмарки будут открыты на рынках «Стимул», «Раздолье» и в торговых комплексах «Крестьянский» и «Крокус». Софья Евдокимова, Инесса Дондукова, Алексей Жилин. Новости дня.